Да. Алло, Алло. я вас слушаю. Здравствуйте. Управление по работе с проблемной задолженностью. Мария Валерьевна, главный инспектор Альфа-Банк. Константин Сергеевич, это вы? Да, это я. Звонили Позвонили по вопросу сегодня. задолженности. Договорились на оплату, Константин Сергеевич. Я не вижу договоренности у вас, и деньги не поступили до сих пор на счет. Я еще раз констатирую факт. Вы сегодня мне уже звонили. Константин Сергеевич, если вы не готовы со мной сейчас вести диалог, я вам тогда позже перезвоню. Еще раз повторяю и напоминаю, есть закон, который регламентирует взаимодействие кредитора с должником и Есть позволяет закон. вам набирать меня не чаще, чем 2 раза в неделю. Есть закон, который позволяет Константин Сергеевич банку требовать от вас исполнения обязательств, Ну понятно, я же который не регламентирует пытаюсь с отношения этим между спорить. заемщиком и кредитором. Я вам тогда конкретнее скажу, 230-й федеральный закон регламентирует чистоту обращений к заемщику. И это Константин не Сергеевич, чаще, давайте чем поступим 2 раза в таким образом. неделю. Звонки будут прекращены, я тогда документы ваши направляю в юридический отдел для дальнейших действий, связанных с Вот об этом возбуждением я сегодня административных с вами актов. и разговаривал, с Всего вашим доброго, до свидания. сотрудником. Почему трубку никогда не кладете? Первое. Константин Сергеевич, у вас вопросы какие-то ко мне есть еще? Нет, вот в том-то и дело. У вас ко Ну мне все есть тогда, вопросы? документы я передаю. До свидания, всего Так до доброго. свидания, но мне всегда очень странно вот это. Почему вы не кладете трубку? Неужели действительно вы до такой степени бесправны, что вам не падает денежка за то, что вы первый Константин положите трубку? Сергеевич, я информацию сейчас оставляю для кредитора. Не, ну Все вы оставляете, дальнейшее но вопрос-то не в все, этом. Почему вот вы говорите все, до свидания, я так понимаю, ну не трубку, там кнопку нажать, все, но вы даже этого не можете. У вас руки все связаны. дальнейшие коммуникации пойдут непосредственно по Да не об решению этом речь, главных да своего понятно, сотрудника. без проблем, без проблем. Но меня Всего другой вопрос доброго. интересует, просто прям любопытство разбирает. Почему вы не прекращаете разговор сами? Константин Сергеевич, я информацию оставила Так нет, это я слышал, вы как меня сейчас только служба. услышите. Ответьте мне на вопрос просто по-человечески. Почему Альфа-банк никогда первый не хочет класть трубку, а в итоге кладет? Константин Сергеевич, я не вижу, что в принципе этот вопрос не имеет отношения к вашей Да задолженности я или к не нашим спорю с временным этим, не договорам. спорю, но мне просто Поэтому по любопытно. Вы-то задолженности ко знаете мне секрет? вопросы есть? Да нету. И не Все было тогда, никогда. диалог я завершаю. Всего Так доброго. завершайте техническим форматом, завершайте Константин его. Сергеевич, всего доброго. До свидания. Выключайтесь, выключайтесь. Я не буду вот.